Всем привет, сегодня 17 марта, ждем сервисников, будем делать обслуживание. Первое ТО. Сейчас хочу завести и выехать из-под навеса, поставить на ровную поверхность. И где-то через час-два они должны подъехать. Так, в норме. Это первый запуск в этом году. Все тут нормально. Антифриз есть. Все в норме. Так, сколько у нас часов? 67 часов только наработки. Подъехал наш сервис. We'll be right back.
сервисники делали техобслуживание. Вот. Что они делали сегодня? Значит, поменяли фильтр охлаждающей системы. Такой он маленький стоит. Вот. Поменяли масло в гидробаке. Получается. И также заменили фильтр и гидробака. Также заменили масло в переднем и задних мостах. И заодно смазали. Обратно зажимать. Thank you.